Всем привет, с вами Серега, это канал Интернет Платит, и сегодня я вам расскажу, как можно заработать на знакомствах ВКонтакте, причем способ этот будет у нас практически автоматический. Нам будет необходимо зарегистрироваться в любой партнерской программе, где есть офер со знакомствами. Я зарегистрировался в AD1, в принципе можно зарегистрироваться M1 Shop, тут уже на ваш выбор. Так, далее подключаем какой-нибудь офер с сайтами знакомств, я подключил вот такой вот Lovetta. Здесь у нас от подтвержденной регистрации платят от 0.15 до 35 центов. География у нас Россия, и, как видите, одобрено ВКонтакте. То есть, если вы ВКонтакте будете размещать свои ссылки, их не будет банить, и пользователи спокойно по ним могут переходить. Ну а так как нам платят только за регистрацию, а не за активного пользователя, заработать здесь можно весьма прилично. Жмем «Создать поток», выбираем, что тут вам необходимо. Я выбираю снова основной лендинг. Процент подтверждения здесь 3.57. Здесь также можно настроить дополнительные настройки, но, в принципе, если вы новичок, то вам это не нужно. Так, нажимаем «Создать поток», и вот у вас получается ваша ссылка, которую вы, собственно, можете раскидывать ВКонтакте. Также у вас появляется QR-код, его, например, можно использовать за место ссылки, просто загружать как картинку. Далее, что нам необходимо сделать, это создать фейковый аккаунт какой-нибудь симпатичной девушки. Место жительства можно выбрать Санкт-Петербург, либо Москву, потому что там больше всего аудитории и, соответственно, больше всего будет заработка. Если вы не знаете, где взять номер для создания фейковой страницы, это можно сделать на сервисе SMS Activate, ссылочка будет в описании. Мы создаем профиль, заполняем все данные, загружаем обязательно фотографии. Так, и, собственно, как же нам теперь искать аудиторию? Ну, в принципе, аудитория сама будет к нам идти, если мы оставим сообщение открытым. Вот как видите, еще пришло одно сообщение. Вот люди нам пишут, хотят познакомиться. А что мы им отправляем? Так, ну давайте откроем кого-нибудь. Вот написал нам чувак, просто отправил сердечки. Ну а мы ему пишем типа «Привет, ВКонтакте бываю редко, сижу тут», и отправляем ссылочку на нашу партнерскую программу, пропущенную через сервис сокращения ВКЦЦ. То есть если пользователь нажимает на эту ссылочку, переходит, и у него открывается как раз таки партнерская программа наша. Он здесь регистрируется, а мы получаем с этого денежку. Но это, в принципе, самый такой простой банальный способ, мы будем зарабатывать автоматически. Что нам для этого надо сделать? Для этого мы заходим в группы и ищем сообщество знакомства Санкт-Петербург, потому что место жительства у нас стоит Санкт-Петербург. Так, вот давайте вот знакомство Питер, переходим, копируем ссылочку. Дальше нам потребуется программа Poster Pro, пользование ей на месяц стоит всего лишь 20 рублей, это вообще копейки. Здесь нам будет необходимо зарегистрироваться, зарегистрировать свои аккаунты, и если вы планируете работать с нескольких аккаунтов, то, конечно, вам лучше купить прокси, потому что если забанит один аккаунт, то лягут и все остальные. Ну а прокси можно купить на Proxy Market, то есть смотрите, всего лишь каких-то 6,5 рублей и на целый месяц вам дается прокси. Здесь у вас появится ссылочка, когда вы ее купите, и потом ее уже вставляете в программу Poster Pro в раздел прокси. Ссылочка на сообщество у нас скопирована, переходим в парсер, выбираем пользователи, ставим категорию, мужской, возраст от 22 до, ну давайте, пускай будет до 45. Фильтр по дате рождения, парсить пользователь только онлайн, да, кстати, очень полезная штука, потому что мы будем ставить лайки, и если пользователь онлайн, то он сразу заметит наш лайк. И сюда мы вставляем скопированную ссылочку сообщества, нажимаем парсить. И у нас запущен процесс парсинга, то есть сейчас Poster Pro у нас ищет пользователей мужского пола от 22 до 45 лет, и которые сейчас находятся онлайн. Вот уже найдено 584, 672, ну в принципе нам достаточно пока 100-200 человек. Стоп нажмем, я думаю нам этого хватит. Вот у нас появился огромный список пользователей, мы копируем эти ссылочки. И дальше у нас есть два варианта, либо вручную заходить на эти страницы и ставить лайки, либо воспользоваться программой VK Multiactive, стоит она в принципе тоже не очень дорого, и процесс здесь полностью автоматический. Так, у меня сейчас два аккаунта в работе, вот сюда мы вставляем ссылки, которые мы спарсили, айдишники у нас загружены, ставим лайкать только аватарку, задержка между лайками, ну пусть будет такая, и нажимаем старт. Так, все, лайкинг у нас начал работу. И теперь у нас происходят автоматические лайки с наших аккаунтов. Вот уже у нас был сделан один лайк, так давайте скопируем это, посмотрим. Так, вот переходим на страничку. Щелкаем на аватарку. И вот, да, как видите, у нас здесь стоит наш лайк. То есть это полностью автоматически. Что у нас тут еще наша программа налайкала? Вот у нас еще один лайк сделан. Тоже копируем давайте его. Переходим, щелкаем на аватарку, да, видите, у нас тут тоже стоит наш лайк.
И вот таким вот образом программа автоматически пролайкает всех наших выбранных пользователей. Здесь есть также репостинг, лайкинг комментариев и что нам, собственно, дают эти лайки. То есть, когда вы лайкаете пользователя, у него в колокольчике здесь отображается то, что вы его лайкнули. Ему становится интересно, кто его лайкнул, он переходит на нашу страничку и попадает вот сюда вот. А у нас тут как раз-таки ссылочка на нашу партнерскую программу. Либо он нам пишет в личные сообщения, и мы его также посылаем на нашу партнерскую программу. И вот таким вот образом очень просто собираем целевой трафик. В принципе, используя две эти программы, вы можете заработать не только на сайте знакомств, например, подключить какую-нибудь партнерку, также искать группы, которые соответствуют тематике вашей партнерки, парсить оттуда пользователей и ставить им лайки. Они будут заходить на вашу страничку, интересоваться и, возможно, что-то у вас приобретать. Все полезные ссылки, конечно же, будут в описании, ну а если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Серега, всем пока!